Здравствуйте, уважаемые зрители! Посмотрев этот ролик, вы узнаете один из вариантов создания небольшого инкубатора с автоматической регулировкой температуры. Для изготовления корпуса я решил использовать МДФ-плиты, поскольку это довольно прочный материал, а я не хотел, чтобы инкубатор был хлипеньким. Внешние размеры инкубатора вышли такими. Длина 37 см, ширина 31 см, высота 31,5 см соответственно. Внутренние размеры 30, 26,8 на 26,8. Все детали корпуса соединил между собой саморезами по дереву длиной 25 мм. Предварительно под саморезы засверлил отверстие сверлом диаметром 2 мм, чтобы не треснула МДФ-плита. Утепление внутри проводил с помощью пенопласта толщиной 20 мм. Приклеил его к стенкам монтажным акриловым клеем. Крышку посадил на два небольших навеса. Посредине крышки приделал подвесной патрон, ну а в качестве кронштейна использовал хомут, который по размерам больше, чем диаметр самого патрона. И для отражения тепла приклеил фольгу. Хотя по большому счету можно было бы обойтись и без этого, поскольку инкубатор получился довольно теплый и лампочка не так уже часто включается. Из пенополистирола вырезал пластинки и тем же клеем приклеил их на ребру к днище инкубатора. Сверху положил металлическую решетку. Чтобы птенчиком был приток воздуха, я по диаметрально расположенным углам проделал по 3 отверстия. И в принципе этого вполне достаточно, поскольку для того, чтобы переворачивать 4 раза в сутки яйца, крышка инкубатора будет открываться, что соответственно тоже будет дополнительной вентиляцией. Ну а теперь перейдем к электронике. Я ее заказывал на AliExpress. Терморегулятор стоимостью 1,83 доллара был заказан 26 февраля 2021 года. Получил я его 1 апреля. Он питается от постоянного напряжения 12 вольт номинала. На борту имеет реле, которое способно коммутировать нагрузку до 1200 Вт, то есть 240 вольт переменного тока, 5 ампер. И в принципе этого хватает с головой, поскольку, как показала практика, что даже 40-ваттной лампочки для данного инкубатора многовато. И сразу же поднялся вопрос, какой источник питания использовать. Я вначале подумал идти только от сети 220 вольт, то бишь на лампочку бы подавалось напрямую напряжение сети, а терморегулятор я подумывал запитывать через AC-DC преобразователь, то есть преобразователь, который 220 вольт переменки делает 12 вольт постоянки. И даже нашел такое устройство на AliExpress, которое стоит в районе 3 долларов. Но, честно говоря, я не решился на такой шаг, потому что инкубатор — это все-таки устройство, которое должно работать в режиме 24/7. И я не был уверен, что такой недорогой преобразователь способен выдерживать такой режим работы. Поэтому решил для инкубатора использовать DC-DC преобразователь и купил такой на AliExpress стоимостью 1,13 доллара, который преобразовывает с 5 вольт до 12 вольт постоянного напряжения. Заказывал тоже 26 февраля, получил 6 апреля. И благодаря этому температурное реле можно было уже запитывать от обычного зарядного для мобильного телефона или же от пауэрбанка,
что своего рода и неплохо, поскольку данный преобразователь, он маломощный, потребляет немного энергии, учитывая, что лампочка не так уже часто и включается, поскольку габариты инкубатора небольшие, он же сделан для дома, для небольшого приусадебного хозяйства, то данное изделие получилось довольно-таки экономичным. Уважаемый зритель, надеюсь, это видео оказалось для вас полезным. Пожалуйста, оставьте поддерживающий комментарий, поделитесь своим мнением. Если вы еще не подписаны, то, пожалуйста, подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. Всего хорошего, до новых встреч на YouTube!